Добрый день. У меня такая история получилась. Прошлое видео. Получается, я закончила, как бы не прощаясь, но заметила это только после того, когда стала полностью с телефона его перенесла на компьютер, хотела выставить на Ютубе, смотрю, оно какое-то очень коротенькое, половинчатое, и потом пришлось разбираться, а там, я не знаю по какой причине, но, наверное, из-за того, что была память не очищена в телефоне, он вот эту часть снял, да, а я и не смотрю, что видео уже не снимается, и отключился, и я такая продолжаю, вот это вот отсняла, это потом я долго разбирала, перебирала, а вот эту часть и продолжаю. Да, как бы, и получается так, что я остановилась на брошке, где она тут, вот на этой брошке, и видео заканчивается, что я хочу посмотреть производителя, да, и видео закончилось, я такая ушла по-английски, не распрощавшись, ничего, но это я только потом заметила, когда уже вот эти все показала, ну, просто сама себе, потому что видео не снималось, да, ну, это вот или невнимательность, или я не знаю что. В общем, будете смеяться. В общем, оператор я еще тут, как вышло, выяснилось. Это кто на кого учился? Как ты не умеешь вот снимать? Я фотографирую не очень, видео делаю не очень. Я сама знаю, нет у меня таланта к этому. Зато вот смотрите. В предыдущем видео я говорю, у меня есть брошечка Флоренза, носить ее сразу же можно. И тут же я ее разобрала. Видите, вот. Я потом стала... Ну, как бы внимательно присматриваться. Оказалось, что все бусины, вот эти жемчужные, вклеены. Здесь вот был такой, как бы, клочок клея, да, потому что сама вот эта камея, сейчас я ее возьму, где она у меня здесь, где-то она у меня здесь, вот она лежит, чтобы ничего с ней не стало, видите? Вот, она как бы неровная. Вот, видите? Вот. Ой. И вот я ее поставила, да. Потом стала смотреть, а там такой желтый клочок клея некрасивый. Ну и, конечно, это мне уже не понравилось. Я все это выдергала. А когда стала вытаскивать аккуратненько камею, так при... У меня лампа есть такая очень-очень увеличивающая, да, для таких работ специально. И все это так видно явно, да, когда просто вот смотрела, не видно было. И все вот эти бусины, они были вклеены, и обязательно почти что на каждой торчал вот клей. Они все были переклеены, да, поэтому я их все вытащила, почистила. И вот сейчас у меня брошечку Флоренза можно носить. И тут же брошечка была разобрана на мелкие запчасти. Ну ничего, это мы все восстановим. Так что вот так вот. Вы уж извините, я еще не знаю, как я сделаю. Или поставлю то видео. Оно получится. Напишу тогда первая часть, а вот это вторая часть. Но если я там не распрощаюсь, то не распрощалась, то извините. Да, я посмотрю. Может быть, я попробую их соединить как-то вместе, но я посмотрю, сколько займет времени на вот этот перебор. И если получится, что 20 минут, то тогда я соединять не буду. Да, все люди умные разберутся. Как это? Что там тяжело нажать по очередности видео? Нет, конечно. Да, допустим, это 50-е вот получится. А это будет 51-я. Ну, вторая часть, как бы, продолжение. Так что продолжаем. Буду следить за то, чтобы телефон у меня не плясал. Ну, я вроде память сейчас очистила. И все должно быть как бы хорошо. Сейчас посмотрим, кто это у нас. Это у нас производитель. Закончили мы это в прошлом видео. Еще не работает одна лампочка. В общем, все хорошо у меня, да. Это жизнь бьет ключом. Знаете, вот тут вот или Сфинкс, или как эта компания называется, я не помню. Но ее 100 раз уже показывали. Да. И эту брошку именно показывали. Вот я сейчас смотрю через верх. Да. Сфинкс. О, господи, язык заплетается. По-моему, так. Ну-ка, далековато я что-то сижу, неудобно мне смотреть. А, расплывается, потому что много вот при этих красот. Вот. Значит,
Я их отодвину, чтобы камера фокусировала. Я и так говорю, что оператор еще тут. Ну, продолжаем. Вот есть у нас такой вот дикий зверь. Это продолжение, да. Это один и тот же лот, но видите, так получилось, что он закончился. Еще раз объясняю, не от меня завися. А я снимала. Здесь нету иголочки, но иголочку мы поставим. Зверь смешной, интересный такой, видите. И на хвостике кисточка, камешек. Вот. Ну, вроде бы все хорошо видно. Зверь. Не то зверь, не то кот. Понятно, да? Сейчас я там отодвину эту коробочку, чтобы поменьше камера захватывала золото бриллиантов, чтобы вам лучше было видно. Ну и мне, соответственно. Ну вот такая вот брошечка. Потом браслетик. Браслетик с бантиком. Так, обыкновенный такой. Угу. Проверяю, что тут мое видео скачет, не скачет. Все проверяем. Такой вот замочек. Как бы коробочки, наверное, скорее всего. Нет, как-то по-другому он вроде называется. Коробочка такая потолще. Ну, вот такой вот. Стразики. Вроде потерь никаких, если я не ошибаюсь. Вроде бы, да. Вот. Сейчас наденем окуляры. Еще лучше видеть, шапочка красная. Потом вот такая брошечка. Здесь все работает, да. И вот такая она, как бы несколько ярусов у нее. Видите, какая она такая, как торт свадебный. Вот. Очень интересная брошечка такая. И камни. Ну, камни светятся, конечно. Вот так. Сейчас попробую поправить свет, потому что лампочка осталась, было 3, осталось 2. И теперь надо как-то так свет сделать, чтобы было получше. Сейчас. Это так не лучше. Ну, вот попробуем вот так. Теперь... Есть вот такой вот браслетик, да? Браслетик — это камень. Джет он, или как он правильно считается, я не знаю. Такой темный, да? Видно, что камень очень холодный, да? И шлепнут штамп. Вот сейчас покажу вам. Угу. Что это серебро. Видите? Но это не серебро. Это, я так понимаю, наши друзья какие-то делали. Более современные. Видите? Там медь. Замок из меди, я так понимаю. И просто было серебряное покрытие. А стоит штамп как серебро. Я, кстати, покупала себе очень много серебра. Мне сын деньги дал на день рождения. И типа серебро. Но я так подозреваю, что оно было не очень дорого. Да. Ну, это кому как, в принципе. Я думаю, что это просто покрытие, потому что качество там изделий не очень, но мне, в принципе, не сами изделия были нужны, а именно вот эти вот камни. И как бы мне они нужны были, и поэтому я бы купила с удовольствием. Даже за те деньги, которые они продавали. Вот эта брошка. Брошка, мне кажется, современная, да, потому что, ну, здесь вот так вот, это я подправлю, камни пластиковые. Но мне кажется, что пластиковые. Причем в них, так как я делаю это второй раз видео, да, меня уже тут ничего не удивляет. Я потом разбирала все, я же сложила все, потом сняла видео, сложила все в одну кучу, потом все разбирала. Вот видите, вот он вылетел, да, хотя в первом видео, которое никто не увидит, которое я снимала чисто для себя, он еще был. Теперь вот такая брошка. Вот эти брошки мне очень нравятся, потому что как бы у меня их очень много. Я для них создам отдельную коробочку, и они вот все будут вот так вот, видите, лежать. Они такие как бы однотипные, производителя я не знаю, но они вот такие, видите, с загогулинками, и ты можешь ее комбинировать как ты хочешь. Но я сейчас, конечно, не буду этого делать.
Хотя в прошлом видео я там уже все подделала, что мне надо было. Ой. Есть такой браслетик. А камешки вот эти, я так понимаю, все пластиковые. Видите, здесь нету центрального камня. Я так понимаю, что у него был вот этот. Но я не уверена. Как-то он не очень ложится сюда. Хотя, может быть, это и он. Но я потом... Да, это он. Потому что, видите, по амальгаме, которая утеряна, вот, вот так вот он ложится. И как раз получается, где она утрачена, осталась на этом элементе. Только как бы я... Разве он пишется сюда? Вот, смотрите. Такой и вот так вот. Пауза. Продолжаю видео. Приходила бусина моя. Сразу же. Какой камешек красивый. И пошла. Я ей дала его, но она его не взяла. Говорит, я просто посмотрю. Посмотрела и ушла. Тоже ей любопытно. Она теперь хочет снимать тоже видео. Ой, умрете. Заставила меня там купить один лот. Я в следующем видео вам покажу его. Да, я такие лоты вообще не покупаю, но ей надо было, и она будет тоже делать обзор. Так что ждите. Все расскажем, все покажем. Ну, вот этот браслет, видите, тут бусинки вот эти маленькие. Их, конечно, много утеряно, да. И как-то они, наверное, были все-таки перламутровые, но обтесались. Здесь вот, видите, голубые. Тут перламутровые, тут камешки зеленые, тут тоже перламутровые и тут перламутровые. В общем, кто-то, видно, его там делал, переделал. Я, правда, не знаю смысла в этом. Ну, вот такой вот браслет, да. Я положу его в ведерко для восстановления на долгие-долгие годы. Вот такая брошечка. Нет ни одного камешка. Я такие брошки, мне кажется, видела. Да, не знаю, у какого там производителя, но видела. Здесь маркировки вроде бы нет. Вроде бы нет. Или есть. Вот здесь. Что здесь? Вот тут вот. Сейчас я посмотрю. Может быть, там, знаете, как просто металл так иногда ложится. И кажется, что... Или еще любят они оставить площадку, кляксу такую. Нет, ничего здесь нету. Никакой маркировки. Брошечка не маркированная. Без камешек. Может быть, здесь могли бы быть... Жемчужины, наверное, потому что все, видите, очень почищено. Я даже не могу определить, кто это там был. Ну, я посмотрю, такие брошки, мне кажется, я видела в интернете. Найду что-нибудь, поставлю. Вот такая брошка. Брошка полумесяц. Месяц. Вышел месяц из тумана. А, значит, здесь вот так. Барашек работает. С этой стороны более-менее прилично все. Да, а с этой стороны, видите, какие некрасивые желтые камни. Ну, я так понимаю, что их пытались вклеить. Я все вытащу и сделаю. Только тоже не скоро. Я сейчас делаю изделия, которые вот мне самой нужны. Ну, как бы для коллекции мне нравится. Вот такая брошь-звезда, снежинка или кто она. С таким вот элементиком, подвесочкой, да. Как бы она... Ну, я не знаю дату изготовления, да, потому что, во-первых, она не маркирована, во-вторых, она очень-очень новая, кажется, и я думаю, что она просто современная, но очень интересно закреплены все камни. Я бы подумала, что она такая 80-е, может быть, годы, или современная. Еще такая непонятная, конечно, брошь, но мне нравится. Хоть она и такая простоватая в том плане, что она вот, ну как сказать, не наборная, такая плоская. Вот это такая, видите, раз и такая работа. А это просто легла и все. Как будто бы ее придавили каталкой. Вот это вот тоже такая или снежинка, или цветочек. Вот, да, хорошо видно. И камешки какие-то очень не очень. Тут работа такая грубоватая, видите, литье такое. Ну, брошка. Камни какие-то мутные. Они точно пластиковые, да. Вот такая она. Но ничего, по-моему, не повреждено. Ну, вот как
брошка не очень, так и ничего не повреждено. Потом вот такая брошка. Да, мне очень понравилось. Не хватает много камешек. Да. Смотрите, вот розовенькие. Все надо вклеивать. Мама, и вот этот вот цветочек вряд ли я найду. Хотя, может быть, найду. У меня есть такой один, там много как бы камешек, и нету... Нет, не камешек. Там не надо вставлять камешек, да? Господи. А просто лепестков много. У меня есть такой один. По-моему, даже розового цвета. Сейчас не помню, где лежит. В запчастях не хочу рыться. С этой стороны все вот вроде прилично. Хотя я думаю, что тут нет барашка, наверное. Нет барашка, а тут его и не должно быть. Да, вот, видите, так что ли? Как-то она слабоватенько держит. Ну ладно, ну-ка, если приколоть. Если тканью, ну тоже может упасть. Вот такая брошка. Сейчас хотела вам показать, знаете что? Какую-то брошку я тут разбирала в каком-то видео, куда уже положила, не помню. Ладно, сейчас не буду. Там такие брошки были из предыдущего видео. Я там еще все камни хотела туда-сюда перебрать. Пока вспомнила. А, вот он. Сейчас вот мешочек уже сложила на вынос. Не на выброс, а на вынос. Сейчас покажу. Ну, это другая такого же плана. Сейчас хотела просто посоветоваться. Сразу забыла, а потом подумала. Думаю, может быть, сейчас вспомню. Нет, это не это. Нет, откуда? Вот второй из этой же серии. Последний этот видео, которое я делала. Один лот, да, там вот он, да? Где? Вот, сейчас, пока помню, то потом забуду. Видите, вот здесь вот есть вот такая ячейка. Я потом просто рассматривала, да. А здесь вот кто-нибудь видел вот эти брошки, да? Я вот мне показалось, что здесь вообще вот этих потом я рассматривала, мне показалось, что ко мне вообще не надо было ставить. Вот смотрите, я вот не знаю, здесь как бы вот они просто поставлены, но клей такой какой-то непонятный, да. И я так, мне так подумала, что их вообще здесь быть не должно, понимаете, потому что нету предназначенного и какой-то как бы гнездышко или что-то. Мне вначале показалось, что их просто влепили сами, да. Но сейчас я посмотрю еще раз под лупой. Вот мне вот кажется, что, понимаете, как бы это просто кто-то сам сделал. Потому что здесь вот места как бы нет. Нет, оно улегло, оно смотрится, по размеру подходит. Но вообще, если убрать их все, да, мне кажется, что они тут и не надо. Ой, вот видите, как убрать их все, она сразу же выскочила. Сразу же он выскочил. Мы сейчас сразу же прям при вас и проверим. Так, раз. Ой, подождите, что я тут закопалась. Раз. И раз. И обязательно вот он должен лечь вот другой стороной, понимаете? Не вот этой вот гладенький кверху, а острый вниз, вот как положено. Оп, вы видите, как все удачно сложилось. Выпал из этой брошки, да, а сюда посмотрите, как подошел. Значит, делаем так. Эти все выдираем, ставим сюда. Эту оставляем без ничего. Так, у меня маленький кулечек. И вот. Все. Вот хотела вам просто показать. Вот эта брошка, мне кажется, что их там не должно быть, этих камней. Это кто-то, видно, хотел, может быть, побольше. Хотя, может быть, и должно. Но как-то нет, не знаю, просто листик загнут и туда влеплено. Ну, вы видите, там брошка, она такая, работы в ней особо никакой, поэтому, может быть, так и должно быть, да?
Теперь есть вот такая брошечка, да. Показала, похвасталась. Видите, с этой стороны вот так. Ну, никак, да? Опять нет иголки. Вот этот вот крючок. Камешки. Камешки потеряны. Надо тоже покупать красных. Надо много, потому что брошек много. Надо все ремонтировать. Я даже иногда не знаю, покупаешь... Ну, это просто пластик. Современная булавка. Замок современный, китайский. Такая, да? Это для... шарфа без наименований, такое простое колечко, да, и причем оно, видите, оно было тут так вот сделано красиво, а тут, видите, как бы побито уже, ничего ты с ним не сделаешь. Вот теперь есть вот такая брошка, да, вот такая брошка. Да, там у нас, видите, мама пришла, все маму встречают. Вот такая брошечка есть у нас. Крики, если услышите, нет, уж извините. Вот брошечка старинненькая или под старину, черненая такой металл. Вот, видите, вот. Вот, зовут принцесса моя не идет. Вот такая брошечка. Сразу можно носить. Но она из лома, как бы ничего там, видите, потому что там описание, что все надо ремонтировать. Ну, вот несколько таких хороших. Так, положим это все равно все из одной коробочки. Немножко уберу, потому что места еще много. Подниму просто. Вот там лежит коробочка. Именно этот вот. Все продолжение. Тут осталось немножко. Ну, видите, жалко, конечно, что там я не заметила сразу, но видео все равно пришлось бы делить. Поэтому там я не прощаюсь. Я там в переходе, поэтому, наверное, видео объединять не буду. Поставлю так, как есть. Вот видите, какая пимпочка. Ожерелье такое, да. Камешки очень красиво блестят. Очень красиво. Вот, смотрите. Так интересно сделано. Вот, видите, так они зажаты так. Не просто, а обвиты, видите, как в бочоночке таком. Вот. Так. И даже маркировка. Ну, это современная. Замочек крабик, маркировка. Вот это. Я не знаю, кто это. Вот такое колье, да? Симпатичное. Вот. Потом, значит, такая брошка. Брошь типа снежинка, да? Но здесь, видите, ну, даже не снежинка такая, видите, как я даже не знаю, кексик. Брошечка хорошенькая, здесь все хорошо. А здесь, видите, белые камешки еще присутствуют. Конечно, которые тоже надо все переклеивать, да. Вы понимаете, что ее надо всю вытащить, все камни почистить, потому что они такие мутные, да, и... Вот здесь сюда что-то надо клеить. Я думаю, что здесь были, наверное, какие-то перламутровые такие. Перламутровые по типу. Вот такие вот. Господи, забыла, как они называются. Когда не знала, да еще и забыла. Вот такая брошечка. Ну, будет лежать пока в попытках что-то восстановить, да. Потом вот такая есть брошка. Это покрытие, да. Полумесяц. Брошка современная, мне кажется. Видите, такая она. Раз. Раз. Здесь все хорошо. Белый металл. Вот такая брошечка. Брошку можно носить тоже сразу. Видите? Потом есть вот такая брошка. Я почему-то брошки показываю все с замка. Не знаю почему. Наверное, для того, чтобы его застегнуть и потом рассматривать. Или не знаю почему. Вот так. Так. И вот так. Очень так. Ну, немножко потертая, да, но сделано очень интересно. Ой. И здесь не хватает, видите, сколько кристаллов. Вот этого вот лимонного чая, как я его называю. Ну, чай, когда сделаешь, потом лимон получше, такой он становится вот такого вот цвета. Вот эти вот без напыления, а это вот с эффектом АБ, да. Ну вот надо будет думать. Надо будет тут что-то химичить, думать, менять. И тут даже что-то было, видите, какой-то камешек. Ну тоже, наверное, с эффектом АБ. Ну буду думать, эту брошечку восстановим. Может быть, не сразу, но
все бы восстановить, все, что есть. Вот это пластиковая брошь такая, как снежиночка, видите, тоже. Или цветочек, что это кому больше напоминает, да? Ну и покореженная, ну, брошечку носили, затертая она. Ну или может быть не очень такое покрытие. Вот видите? Хотя, может быть, вот этот камень меняли пластиковый, потому что эти, видите, блестят все так красиво. А тут, может быть, тут должен быть, вот, наверное, он и должен быть. В общем, вот так вот. Ну, эта брошка будет лежать тоже, ну, вот так. Потом есть вот такой вот браслетик, камешки, не знаю, стекло, не стекло. По-моему, не стекло, потому что я этого не понимаю. Может быть, вы понимаете. Замочек. Крабик. Браслетик очень тонюсенький такой, видите, да? Вот. Но камешки, я бы подумала, что это стекло, потому что у меня есть такие браслеты, только серебряные со стеклом. А эти, я когда там рассматривала в прошлый раз, они показались мне как будто бы пластик. Ну, вот такой вот браслетик. Тонюсенький. Потом еще есть вот такая вот брошечка. Да, видите, с этими с перламутровыми бусинками под жемчуг. Одной не хватает. Мне кажется, одну я где-то нашла. Куда кинула, не знаю. В прошлый раз. Я теперь знаю, откуда я ее нашла. Ну, тут на дне еще куча камешек, надо будет сложить в кулечек. Где кулечек у меня? Один не сразу. Вот кулечек. Я сразу складываю кулечек и потом вот в эту коробочку, в которую они пришли, сложу и буду знать, откуда камешки. Вот розовые, видите, тоже одного не хватает, двух не хватает, а здесь что-то раздавленное. Ну, придется только вклеивать, ставить в крапаны. Крапана не получится. Да, и вот этот камешек вот отсюда мне, я так подозреваю. Вот, видите? Вот. Ну, брошечка красивенько восстановлена. Очень такая. Ну, их много. Не скажу, что она очень оригинальная, но восстановить мы ее, конечно, восстановим со временем. Потом у нас есть вот такой вот листик. Как он носится. Ну, вот это вот такая застежечка. Застежечка, кстати, интересная. Такая мне несколько раз попадалась. Ну, тут, наверное, что-то надо вот так вот подвыровнять. Видите, вот немножко. Но сейчас не буду. Не хватает камешек. Все залитые. Видите, клеем. Я не понимаю, если люди не умеют этого делать, да, то зачем вот так вот делать? Смотрите. Ну, как так можно сделать? Я не понимаю, неужели так сложно взять вот даже вот такой вот палочкой, да, капельку клея, капнуть сюда и аккуратненько бусинку положить сюда, немножко придавить. И та капелька, которая внутри, небольшая капелька, она от бусинки давление растекется и будет держать бусинку. Ну, это ж, мне кажется, каждый может сделать. Это каждый должен уметь, господи. А сделать вот так. Буду выдирать, менять. Ой, вот смотрите, что у меня еще здесь есть. Это стекло. Да, это стекло, по-моему. Ну-ка. Да, это стеклышки. Даже не стуча видно. Стеклышки старенькие. Это такое колье. А, колье. Колье, колье. Вот. Очень тоненькое, видите, старинное, я думаю, очень. Мне сейчас пришел лот. Я следующее видео попробую сделать сегодня. Там вот я специально купила таких камней всяких. Они все разобраны, ну, у своего любимого продавца. И как бы я хотела, я купила. Потом вот такая брошечка. Видите, брошечка современная, тоненькая, но очень-очень красиво блестит. Знаете,
Блестит обалденно. Угу. Замочек рабочий. Потом вот эта вот брошечка. Ну-ка, кто тут у нас? А, это Movitex, если есть такая. Вот, видите? Сейчас показываю. Компания. Я знаю, что есть такая. Вот такие вот цветочки. Да. Так она или так, я не знаю, как она там ложится. Так, наверное. Не хватает парочку камешек. Но я их поставлю, потому что очень красиво камни блестят, да? Вот тоже. Теперь тут осталось несколько изделий, два всего. Вот такое ожерелье, бусина, не знаю откуда. И вот такое, как бы не ожерелье, а колье. Да? Он очень смешной такой. Больше всего мне понравился замок, видите? Вот. Я такой замок вижу впервые, хотя бижутерия через меня прошло. Ну, достаточно за мое, за мои года, за мои полгода. Ну, а так вот усиленно месяц. Второй пошел. Я там скупаю по бешеному, но я думаю, что я в конце концов покупаюсь и буду сидеть, потому что места уже скоро не будет. Вот видите, вот такое оно. Очень хорошенькая, нежная. Больше всего мне нравится замок. Не хватает одного камня. В крайнем случае я вот уберу вот это. Да? Или найду такой розовый. Если не будет по цвету, он идеален. Вот этот. То выберу откуда-нибудь отсюда, поменяю. А розовый, который не совсем идеален, сюда поставлю. Ну, что-нибудь придумаю. Но это тоже не сразу. Это к случаю. Как только подберу камень, так и сделаю. Вот видите? Еще раз, как он тут? Оп. И написано там патент. Ну, видно, замочек кто-то запатентовал. Ну, конечно, потому что он такой, видите, интересный. Легко застегивается. Ты даже, можешь даже один вот так держишь пальцем, так раз, и все. И точно так же снять. Вот. И потом вот такой вот кулончик. Кулончик я бы подумала, что серебряный, да. Но жидкость мне идет уже по второму разу. Потому что потерялась предыдущая. Вот такой вот камень. Все теряется у меня. Видите, вот так вот сделано. А здесь вот. Ну, тут почистить его, конечно, надо. И не знаю, что за металл, но сделано очень интересно. Вот я говорю, я бы подумала, что это вещь серебряная, потому что столько работы. Хотя для простой бижутерии тоже больше, чем достаточно. Ну вот. Это получается вторая часть. Видите, вторая часть заняла 30 минут. Теперь здесь вот внизу камешки. Сейчас мы все это, все камешки вот эти соберем. Видите? Вот в коробочку, в кулечек. Все сложим обратно в коробочку. Вот это я, пока они потерялись, пока я перекладывала, потому что они были на вещах, на этих. А я же делала видео. Видео делала, делала, сделала. Для себя. И даже не для себя. Даже сама посмотреть не смогла, что сделала. Половину посмотрела, половину нет. Ну, так что извините, если в предыдущем видео я там не попрощалась, а просто вот так вот смотрю там на брошку. И сейчас я вам скажу производителя. И до свидания. И все. И вышло. Красиво. Так что это телефон меня подвел. Поэтому сейчас сложу все свои камешки. Сегодня сделаю еще видео. Хочу вам показать лотик от моего любимого продавца. Мне очень там не терпится. Так, поздороваться зашла невестка. Пришлось сделать в конце видео паузу. Поэтому еще раз прощаюсь. И до следующего видео, да? Все, жду вас.